Так, вот новый выстрел самопальный. Симулятор оператора вышел в бесплатном движке. Так, управление даже геймпад не поддерживает. Вот. Ну, сделано что-то уже прикольно, уже видно, да? Видно не то, что это говно, да, я играл в эти... На Nintendo Wii был симулятор хирурга, но это просто аркада была, да? Надо было просто, да, там гонять этих самых шарики всякие. А тут смотрите, как охрененно уже с самого начала, да? Уже прям симулятор реально. Вот шлем одевай, да? И рука прошла через херню. Так, как освободиться? Бля, охуенная игра-то, кстати. Смотрите, а? И графика приятная, кстати. На Майнкрафт позже. Нереально прикольно. Так, сейчас мы тебя разрежем. Так, что там? Вот пальцами. А, блядь. Fuck you, блядь. Тыкать надо вот туда. Так, так. О, вот эту штуку надо взять и резать. Какой кнопкой? Непонятно. Сука, не берет. Не, как четко сделано все с физикой, а? Реальный симулятор. Радио это в жопу его. Так. Суки, да блять, это сука, наложили тут говна всякого. Так, где, блять, сука, эти, блять, подавальщики, а? Они должны давать все. Сука. Блять, где пом-пом? Как взять в руку это дерьмо? Так. Так. Блять. Так, короче, непонятно. Не, ну это пиздец, конечно, управление вообще. Вот у него на руке татуировка, да? А, В, Д, Р. Вот так. Oh, fuck you. На тебе. Сука, на, бля, сейчас ты сдохнешь. Сука, попал в отряд 731. На тебе. На, звучит как охуенно, да? Ну чё, сука, страшно, да? Будь ты ещё хуёвей. Так непонятно все равно, как взять предмет. Так, ну вводить хоть руку, вот так прощать, так. Вот так приблизить. Короче, вон все со стола попадало. Как достать непонятно, тут меню вообще нет. Что делать не ясно. Все пополетало. Что-то она какая-то недоделанная игра, что ли. И главное, без перчаток, да, все в крови. Ага. Так, ну все со стола попадало совершенно. Как со стола что собирать вообще теперь? Это, блядь, не берет он ни один предмет, вот ничего. Так. Все надо посносить, может это закончится игра. Так. Ничего непонятно, что делать, а? Сука, надо такое управление уёбышное придумать, а? Так. Так, ну туда тыкать просто будем. Все. Блять, а? Сука, уёбище, а не управление, а? Может, вот эту надо взять? Пилу? Ну, он тоже сейчас упадет со стола. Так. Ну, палец, может, мне надо просовывать. Так. Ну ты, сука, бери, давай, блядь. Ничего не действует, не работает, а? Все тут нахер. Все. Вот, и, так, вот сейчас еще сердце выкинем, нахуй. Так. Я хоть как-то получилось передвинуть сердце. О, смотри, блядь, не, он все равно не захватывает. Ничего не хватает, а? Давай, да, сбросить тоже надо это на пол. Пусть собаки покушают. Вот, да, туда, давай. Давай, во, собачки кушать. Похоже, в игре вообще нет геймплея, да? Я все выбросил, да, игра все равно продолжает. Так. В общем, в эту игру играть нереально. Вообще, сам себе, видите, руку сломал.
пока пытался что-то взять предмет. Да. Сейчас попробую перезапустить, что ли. Посмотреть управление еще. Что так ничего не выходит. Так, по-моему, там еще Space надо нажимать. Вот, видите? AVR, AVER и Space. И кулаком. Вот так он в морду поебал, натис, сука. Так. Сейчас попробуем здесь теперь. Вот прислонились. Во! Во, он берет! Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то предмет! Это целое испытание взять какой-то предмет. О, теперь надо вот этот. Теперь надо взять вот этот предмет. Вот он его взял. Так. Ну и чё? Ну и как им резать? Режь. Режь кали давай. А, во, смотрите, он сам работает. О, во, работает! Работает! О, работает, работает, добро пошло. Так, вот, все, блядь, вот так зарежем нахер, он все руку сейчас отрежет. Так, во, нормально, нормально, во, охрененная игра. Вот это реально симулятор, а не то, что Nintendo Wii, нахуй, говно какое-то аркадное. Так, так, вот, все эти кости вынем нахер, они вам больше не понадобятся, собачкам покушать. Так, вот. Ой, прям, ну он же органы вынимает, так, мне надо кости только сначала. Так, короче, это не играет, такой прикол, да? Как бы, насколько же сложно в эту игру играть, это кошмар просто. Управление нормальное, ой, я у него орган забрал, так. О, вынули. Так, все, вынем сейчас нахер. А он еще, смотрите, живой и умирает там. Так, давай... Выковыривайся. Вот, да, о, выковырили. Так, так. И это надо. Так. Он умер, он дохнет там, сука. Давай, блядь, по органы быстрее, сука, сдавай, пока не испортились. Так. Ну, собственно, симулятор со совковой медицины. Так. Так. Давайте молотком, что ли, еще ебанем ему. Вот, нате, сука. А, ручка, ладно, там, туда будем ручки складывать. Так, это тоже туда, так. Сука, он еще живой, а? Во, так, вилка, во, молоток. Ебашим молоком. А, вот, 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 вот. Нет, сука, живучая какая скотина, а? Ты как молотком ебануть ему по роже, а? Так, нате, по морде, блядь, сука. Так, блядь. Блять. Во, во, можно ебашить его молоком, смотрите, получается, а? Так. Вот так, нате, сука, нате, нате, сдохни, сдохни, сдохни. О, так. Так, он мне за 4 минуты я его укокошил. Сейчас попробуем рекорд повторить. Так, вот берем, снимаем трячку с этого трупа, можно так сказать уже. Так. О, взяли, взяли, смотрите, так. Да, блять. Вот, теперь разрезаем, он не режет, а, сука, что я наделал, вот, взяли, выкинули, так, это тебе больше не понадобится, так, и что тут, как брать, ручонками дальше, это интересно, да, какой-то расширитель должен быть, по идее, еще, вон, давайте его уколем чем-нибудь, так, во, сейчас мы его поколем, о, нате, нате, сука, о, во, у него затряслось все там, на поколем тебе, вот. Ого, так. И что-то... Что за хрень, я уколю? Что-то физика не то. Так. Сука, так. Похоже, это идея на скорость, как надо быстрее его укокошить как раз, а не вылечить. Будем этим ковыряться вместо пинцета. Зато ребра все сломали, так, все это дерьмо. Убираем отсюда. Все. О, я теперь научился уже. Давай, нахер, не надо тут. Так. Зачем тут скальпель, интересно? Что-то уже разрезано. Так. Давай, вырезать сердце надо теперь. Блять. Так. Все, вынули все, да? У тебя надо скальпель, я думаю, брать, да? Чтобы вырезать сердце нахер. Вот. Так, так, так. Опа. Ого, режется. Режется. Сейчас отрежем так. Блять, да не сюда. Так. Это справа еще сосудики отрез. Так. Вот у нас в Совке вот примерно так лечили. О, у него кровь уменьшается уже. Видимо, кровотечение похоже у него. Неудивительно. Да чё ты, сука?
Так ладно. Берись, давай, сука. Не достает сердце, не вылазит. Значит, еще вот какой-то скальпель, смотрите. Короче, это как прикол игра, да? Сука, тут не миссия, ничего, просто угробить надо пациента. Опыты ставить. А вот это что за зубочистки? Что это такое? Вон туда. Ой, ты куда бросили? Может, так, ладно, шприцы, вот, ой, ой, блядь, надо туда прилипалось что-то все. Давайте вколем еще что-нибудь там. Ну все, за экран укатилось, видите, уже не взять. Теперь со стола упало. Так, давайте еще порежем его немножко. В общем, блядь, мучение в эту игру играть. Так, уродство какое-то. Ну, сами видите, можете с торрентов не покупать. Ой, сука, как же бесит управление. Какие-то ножницы. Вот ножницы. Ну, нормально, он ничего не управляет. Как такое можно было управление сделать? Ничего не отрезает. Ой, упала! Это пила, самое основное оружие. Ага. Давайте отрезайте нахуй. Вот не режет он что-то. Вот не режет и все, он эти сосуды остальные. А, вот, отрезано, смотрите. Там еще один за что-то держится, видите? Ведь оно бьется еще. Так. Все равно не достает сердце. Так. Знаете, сука. Берет оно его, короче. Вот этот нужен скальпель. Блять, а? Однорукий какой-то бандит. Ладно, надо уже завершать операцию. Так, бросим туда. Все это дерьмо. Ой. Да вообще все туда нахуй накидаем. Ладно, заканчиваем. Все, типа работа сделана, как в совке вот так работали. Да все туда обратно накидываем уже. Все с осколками, нахуй совсем. Сука, из-за этой твари, блядь, порезался. Вот, и радио туда, нахуй, чтоб слушал. Вот. Ты вообще апгрейд, нахуй, киборга сделали. Туда все обратно пихаем. А где это было? Прикрыть сверху. Чем-то надо, да? Чтоб не так палевно было, а? Так, ну, быстрее. И скальпели туда накидаем. Пусть там само все лечится. Так. Блядь. Так. Сука, не кидается. Так. Сука. Блядь. На, тебе, сука, там щекотно, да, щекотно. И на пилу еще, да. Вон туда все перемешаем это. Так. А вот еще надо мусор выкинуть. Так. За этой твари тут порезал. Вот. Сверху закроем дощечкой. Потеряли, поскольку покрывало. Не берет в руку. Вот, вот, взяли, все. Все, операция завершена, все. Следующий. Все туда. Вот так вот закрыли, все нормально. Никто ничего не заметит. Даже заметит, всем похуй. Все равно. Вот так вот совкельчили, вот я вам реально говорю. Молоток туда все. И потом счет еще за разъебанные тут предметы потерянные за этой твари. Знаете, самое горло, интересно, можно перерезать? Так, знаете, блядь. А, во, можно. Во, я ему горло перерезал. Ой. Сука, надо быстрее, чтобы не мучился. То есть, наоборот, чтобы помучился, в смысле. Так как совке лечили. Ну, в общем, все, готов. Трупак почти что. Так, аппарат его можно вырубить как-то ему, чтобы, блин, эту энергию не расходовал, а? Так, на Вову. Во, закрыли, вообще все теперь беспалевно, вообще, говорю, все не подкопается, то все нормально. Следующий, все, следующий, кто там за дверью еще? Сука, блядь, бесплатно медицина закатилась ублюдкам. На, вот еще тебя. Так. Так вот. Так, ну все нормально, думаю, вот, понятно. Вот так вот в совке, вот, мэтр совка полной медицины. В общем, вот такие вот дела. Так, на канал надо подписываться, там нихуя просмотров нету. Так.